Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Здесь, в его святилище. А ты еще откуда? Произошло. Когда мы бежали, я захватил с собой, что смог, но запасы быстро кончаются. Я не был бы в Тирске, если бы было иначе. Впрочем, последнее время я больше занят приятными вещами, вроде еды, напитков и историй. Кувар бесится, конечно, но кто-то должен этим заниматься, иначе здесь будет слишком прохладно. Угу. Здесь мы вспомним. Пойдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Я чувствую себя как-то иначе, в большей степени собой. Да, сэра. Тебе что-нибудь нужно? Пахнет убийством. Этот запах я узнаю везде. Разве тебе не полагается быть в башне? Почему этот вызов не работает? Если уж тебе так нужно знать, я пытался заставить сработать это заклинание пепельного стража. А теперь дай мне сосредоточиться. И вообще, разве не ты разбираешься с повреждениями башни? Мастер Мелот поручил ремонт башни Элинеи. А почему? Ничего. Этим в лаборатории. Так было бы гораздо безопаснее для всех нас. Ну, лаборатория слишком тесная, и потом мне нужна насыщенная пеплом почва. Мастер Нелот знает, что я делаю. Не надо ему этим докучать, он сейчас очень занят. Но смотри, что-то пойдет не так, отвечай. Какого пепельного стража? Дай мне сперва внутрь. Может быть, в мире что-то есть.
Сюда редко кто заходит. Тебе что-то нужно? Тельмитрин, это дом мастера Нелота. Тебе наверняка приходилось о нем слышать. Он знаменитый волшебник Телвани. В Моровинде Телвани выращивают дома из спор особого гриба. Вот мастер Нелот и вырастил себе такой. Не спрашивай меня, как. Нет, это Талвас его ученик, а я управитель. Занимаюсь ежедневными делами в Тельмитрине. Угу. Не думаю, что тебе здесь место. Да, я пытаюсь призвать пепельного стража. Просто никак не разберу почерк мастера Нелота. Не хочу показаться грубияном, но мне нужно сосредоточиться. Острые кости, ерунда какая-то. Это я попросту пропущу. Мастер Нелот был в бешенстве, когда башня завяла. Такое ощущение, что это случилось за одну ночь. Ладно. Сначала нападение порождений пепла. Теперь мой дом вянет. Такое чувство, что кто-то мне гадит специально. О, что это? Пепел Красной Горы хранит секреты, и я их обязательно разгадаю. Опять ты? Разве не тебя я видел в Вороньей скале? Ты говоришь о книгах эзотерических знаний, которые разбросал по миру старый Хермеус Мора? Это как-то связано с твоими поисками Мирака? Одна есть, и она уже прочитана, верно ведь? И не пытайся отрицать. Прочитана. Я вижу это. Опасные знания все равно знания, и они тоже полезны. Более того, по моему опыту, такие знания самые полезные. А вот это очень опасный путь. Хермеус Мора ничего не отдает даром. Ты тоже можешь кончить как Мирак, конечно. Два обезумевших от жажды могущества дракона рожденных. Очень любопытное сочетание. О, да. Их нетрудно найти, если знаешь, где искать. У меня тут есть одна, и с ее помощью я ищу другие. Да, я не сидел без дела, пока это крайне занимательное безумие овладевало Солстеймом. Но моя книга определенно не то, что ты ищешь. Я совершенно уверен, что она никак не связана с этим Мираком. Зато я знаю, где найти черную книгу, которая может тебе помочь. О,
она точно никак не связана с силой, завладевшей островом. Я сейчас говорю не о Хермеусе море. Черные книги-то все его, конечно. Нет. Тебе нужна особенная книга. Именно благодаря ей Мирак обрел свои силы. Да, знаю. Правда, заполучить ее я не смог. Но, может быть, вместе нам удастся проникнуть в тайны Двемеров. Ну, гномы, можно сказать, специализировались на запретных знаниях, так ведь? Ты же не думаешь, что они выставляли свои секреты для общего доступа, правда? Похоже, что древние Двемеры нашли эту книгу и начали изучать ее. Я нашел их читальню в развалинах Нчардака. Книга там, но она находится под защитным экраном, который мне открыть не удалось. Возможно, вместе мы все-таки сумеем добраться до книги. Так что нам в чердак. Следуй за мной. Кто-кто, а Двемеры умели строить на века. Эти башни пережили своих создателей на тысячелетия. Книга находится под этим куполом. Мне нужно открыть дверь. Давай этим займемся. Ну вот, мы и на месте. Нчардак. Книга, за которой мы охотимся, находится под этим куполом.
ты еще откуда? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Дэмерон, Чардака, похоже, обожали эти колонки. К счастью, когда я в последний раз был здесь, нашел куб, с помощью которого ими можно управлять. Я запечатал дверь, когда уходил, чтобы отвадить любителей совать нос куда не надо. Сейчас отопру. Книга там, внутри. Соблазнительно близко. Но поверьте мне, нет такой магии, чтобы это открыть. Если бы можно было, книга была бы уже у меня. Нет, нам придется пойти обходным путем. Если нам удастся восстановить подачу пара в эту комнату, я смогу добраться до книги, уверен. Так видишь, это проще сказать, чем сделать. Котлы вон там. За мной! Прошлый раз, когда я был здесь, я исследовал лишь небольшую часть развалин. Тогда я был один и понял, что для этой грязной и опасной работы обязательно требуется помощник. Чардак. Город Стапаш. В свое время здесь был крупнейший и, возможно, самый полный из великих дэмерских архивов. В древних легендах говорится, что когда норды попытались захватить город, дэмеры затопили его и держали его под водой, пока завоеватели не отступили. Лично я в этом сомневаюсь. Но город был чудом дэмерского инженерного искусства. А теперь вот что осталось. Можно видеть, большая часть нижних уровней города затоплена. Но надежда есть. Старые двемерские насосы, похоже, работают. Смотри. К сожалению, насосы включаются только когда кубы стоят на колонне. У меня всего один куб. Эти четыре котла
подают пар в комнату наверху. Они выключены, но ими можно управлять с помощью кубов. Так что, если мы найдем еще 4 куба, то сможем включить котлы и возобновить подачу пара в комнату наверху. И тогда я сумею открыть защитный чехол книги. Возьми этот куб, нам он понадобится. Что большую часть кубов перенесли на нижний уровень. Возможно, они пытались контролировать затопление до того, как город был покинут. Интересно. Это позволяет предположить, что город затонул во время первой катастрофы Красной горы. Или слуги Двемеров продолжали пытаться сохранить город после исчезновения их создателя. Ну что же. 3 куба за этой дверью. Стоит отсюда и начать. Ты можешь открыть эту дверь с помощью управляющего куба, который я тебе дал. Надеюсь, остальные кубы найти будет так же просто. Правда, зная тренеров, я в этом сильно сомневаюсь. Очевидно, это и есть великие мастерские Нчардака. Производят впечатление, несмотря на разрушение. Считается, что в пору рассвета в этом городе могли полностью собрать автоматон за один день. Большая часть Демерской армии в битве при Красной горе, наверное, была отсюда. Еще помню, как я...
каждый добытый нами куб отключает соответствующий насос, тем самым повышая уровень воды. Нужно быть осторожным. Посмотрим, куда это ведет. Уровнем воды мы можем просто переплыть разрушенную часть прохода. Мы в общей сложности нашли 4 куба. Если, конечно, по твоей милости, ничего не потеряно.
Последний куб где-то здесь. Надеюсь, не придется больше плавать в этой жиже. Я думаю, где-то здесь должен включаться насос. Но как туда добраться? Нужно опустить все три моста, чтобы добраться до устройства управления насосом.
Только больше ничего не трогай. А теперь скорее. Кто там? Хорошо, что я доверяю. Клянусь волосатыми кулаками Малаката. А кто там? У меня есть идея. Я подожду здесь и выну этот куб, как только ты найдешь последний. Удачи! Оказалось проще, чем я ожидал. Хорошо, что ты здесь, и вся тяжелая работа на тебе. Вместе с кубом, который я вынул, 35. Столько, сколько нужно. Теперь, наконец, можно попробовать запустить котлы.
Чтобы запустить котлы, понадобится куб, который я подобрал. Вот. Я захватил для тебя этот куб. Хермеус Мора всегда пытался заманить смертных к себе на службу, соблазняя их запретными знаниями. Откуда на самом деле взялись черные книги, никто не знает. Некоторые из них были написаны в далеком прошлом, другие, судя по всему, из будущего. Ясно, что если ты доэдрический принц судьбы, время для тебя довольно гибкая штука. Я совершенно уверен, что под водой эти котлы работать не будут. Проверю, поступает ли в читальный пар. Если да, то заполучить книгу пара пустяков.